Стук маленьких мячей в спортивном комплексе «Победа» означает одно – настольный теннис вернулся на Алтай. На чемпионате Сибири встретились порядка 180 спортсменов из Алтайского края, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской, Томской областей, а также Республика Алтай и Тыва. Первые медали были разыграны уже в первый день турнира. Прошли командные финальные встречи и у мужчин, и у женщин. За золото боролись наши алтайские спортсмены. Противостояла нам Республика Хакасии. Девочки, команда Хакасии, конечно, сильная, но уступили 0-3. А вот мужчины были более удачливы. Первым за алтайскую команду сыграл первый номер нашей сборной Артем Панченко, он же второй в мужском рейтинге теннисистов Сибири. Да и соперник у него был сильный, лидер мужского сибирского рейтинга Андрей Семенов. Оба показали качественный теннис. Это для командного матча было очень важно. И плюс я лично сам хотел выиграть. Как бы все сложилось удачно. К радости многочисленных болельщиков сильнее в матче оказался Панченко, победа которого оказалась ключевой для общего успеха. Я как бы уже, можно сказать, с облегчением, что понял, что мы победим. Потому что остальные наши посильнее. Как бы в первой встрече уже было решено на 90%. Вторая и третья встреча осталась также за нашими парнями. Как итог, 3-0. Алтайская сборная берет золотые медали и отправится на чемпионат России. Теперь на турнире теннисисты будут разыгрывать медали в одиночных, парных и смешанных разрядах. Финалы состоятся в пятницу 27 января. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.